Ребята, всем привет, и как вы помните, в прошлой серии мы начали выживать в Вайткрафте. И я тут, когда без вас уже, я немножечко сегодня голос сорвал, извините. То, что немножечко хриплю. Ну, того просто, ну так. И я, короче, там, что я там? Ну, мы просто сделали временное убежище с Ирой. Я решил из него уйти, потому что, как бы, я подумал, там немножечко неуютно, и решил поселиться тут. Как мы с Ирой всегда тут селимся. Да, мы с Ирой всегда любим тут быть. Но раньше это место выглядело по-другому. Лавы столько не было, все. Уже привык по ней. Тут раньше очень хорошие места были. Ну, блин, все когда-нибудь уходит. Вот флаг я возьму. Сундуки надею. Ну, сегодня мы без Иры, как бы. Мне сделаем печек побольше. Палочки. Меч. Два меча. Для их еще. Что? Ай да. Печки. Не говоря, я нашел алмазы. Это не читы. Я сам нашел алмазы. Когда мы выживали в то время, я их тоже находил. И кто-то пишет всегда: «Эй, Лёня, ну хватит, признайся, это что это ты сделал». А это вот не я сделал. Я побольше сделал, если что. Так что, ребят, не думайте. Это я тут ни при чем. Хотя... Так. Переплавим, пожалуй, наше железо, чтобы сделать кирку. Экспектор. Давайте вот сожгем еще вот это. Я не понимаю, зачем мы его сделали люки, потому что я сейчас на этом маленькой штучке Иры играю. Телефон, в принципе, можно сказать. И зачем она эти скрафтила? Давайте я их сожжем. В пользу пойдут. Ли-ля-ли-ля-ли-ля-лю-ли-ля-ли-ля. Экспектор. Да, тут редстоун есть, все. Я еще помню, алмазы были где-то. Но если там куда-то копать, вот туда. Но мы потом найдем это место. Но я точно помню, там были эти алмазы. Припомню. Перекопаем все для алмазов. Еще я помню эту пещеру. Короче, будем все постепенно. И вот там я видел алмаз. Ну, короче, мы сейчас... Что-то я закорочкался. Так, все, где мой верстак? Я же... А, вот. Далековато я... Ну, ладно. Как бы в лаву еще сейчас не упасть. Я, конечно, знаю Майнкрафт. Первое правило. Нельзя копать под себя. А я его нарушил. Круто. Пошли алмазы. Только начали выживать уже вторая серия. И алмазы. Ну, их там немного, 3 штуки. Либо делаем меч и лопату. Хотя зачем тратить один на лопату? Ой, а мы не потратим. Давайте проверим. Там лава. Как знал. Вот прям как знал, то, что алмазы свои сожгу. Вот я уже помнил то, что сожжёг одни. И решил посмотреть, как мне теперь. Давайте спанпоинт посадим как-нибудь. Я делаю 2 спанпоинта. Один, который вот такой, но я не думаю, то, что он самый лучший. И делаем вот так теперь. Чего? Ну как там теперь? Есть? А ну. Мне кажется, я ничего не хорошего не сделал.
Я вижу что-то. Ой, с чем я копаю сейчас? Фух, слава богу. Дождик пошел. Давайте, алмазики, не надо сжигаться. Сейчас мы типа вас аккуратно как-нибудь придется гореть в лаве все время. Ай! Надеюсь, я успею поставить этот блок. Сейчас посмотрим. А, да, успел. Ух, не сгорел. А тот сгорел. А под этим вроде бы лава быть не должна. Но я сомневаюсь очень сильно. Лава под каждым будет. Ну да, как и знал. Ну почему я все время? Целых 6 алмазов выкопали. Круто. Такая тут зона закрою, пожалуй. Чтобы я не свалилась. А то я знаю, какая она. Везде говорит, я виноват. Я виноват тут, я виноват там. Ляпывается во всякие. Ладно, да пошли, может еще золото добудем. Хотя оно бесполезное, но для первого может пригодится еще. Может, если Ира просто любит золотые вещи, и ну ей подарок сделаем, она всегда орет. Может, можем сказать не что. Как нубик. Ну не будем это говорить, конечно. Давайте. А что тут? И алмазов много, и золота. И железа куча. В принципе. Ну да, мы можем тратить эту кирку. Давайте выкопаем это железо еще. Ну, хорошее место. Это сип такой. Я постараюсь его... Может, и в описании. Если кто хочет на нем повыживать, вот можете сразу скрафтить тут все. Вот все, сразу скрафтите, и алмазы тут найдете. Главное воду все убрать сверху. И тут будут алмазы. Я их обнаружил. Я и забыл то, что они тут просто воду убирал спокойно. И нашел. Ну ладно, так, будем переплавлять. А, я помню, у нас было несколько печек. Так, давайте выкупаем этот редстоун. Он, ну все, никогда лишним не бывает, можно сказать. Все, пригодится. А вот эта вода не пригодится, которая тут течет. А что тут? Кто разлил воду? Родник не тут должен быть, а на улице. Вот так получше. Тут разлил воду, а теперь мне все убирать. Все. Тут не хочет прибирать. Так, еще портал в ад. Ну, мы сможем сделать. О, полно обсидиана. Короче, выживание быстрое будет. И алмазы сразу нашли. И золото. Надо было с нуля начинать. Так я с нуля и начинал. Без вас половину сделал только. Ну, камни тоже будем копать. И мы, если честно, тоже будем играть на этой карте. А старые карты удалились, извиняйте. Просто мне надо было... Не знаю, я никак не могу это выговорить слово. Как-нибудь что-то типа... Отсинцицировать. Ну что-то там, вирус загнался, и я делал одну вещь. Удалял все. И Майнкрафт удалил сразу. Потом пришлось все восстанавливать. Все файлы. Понятно, короче. Так что все, извините. Все из-за вируса. Кто их придумал, не знаю. Наверное, чудаков. Какой еще чудаков? Да не знаю, наверное, бандиты какие-то плохие. Давайте, это мостик делаем для того, чтобы переходить. Мы с Ирой тоже такое делали всегда.
У нас и так камня ненужного было куча, когда мы копали проход. Я вам еще должен показать, как я проход сюда копал, чтобы не падать оттуда сверху. Прокопал. О, просто это было еще сложно вдобавок. И да, на какой высоте я? Понял, на какой высоте я был. Не на той, на которой мы раньше были. Ну ладно, будем уже на такой, как есть. Так, золото. Нет, это не золото, это железо. Ну все, соберем. Хотя, не знаю зачем. Нам столько... Смотрите, я алмазы выкапываю. Шутка. Тут похоже на алмазы все. Я просто не понимаю, зачем этот редстоун. Механизмы не будем никакие делать. Может и будем. Пригодится все-таки. Пошутить, как это кровь делает. Пойдем, короче, ребята. Ой, что это за корочка у тебя опять? Будем опять вот так. Я сегодня опять еще алмазы добудем. Или не добудем. Ну, не знаю я. Кирка у меня ломается железная. Ой-ой-ой. Сейчас. Ой. Приветики. Йоу. Нет. А, ладно. Один. Я передумал. Сейчас, погоди. Так, сейчас будем серию заканчивать, потому что мне кое-куда пора. Переплавляйся быстрее. Давайте выкопаем этот уголь, хотя Ире скажем то, что уголь не нужно, потому что всегда факелов у нас в тот раз было куча. Эх, но все равно уголь это полезная вещь. Я пошел. Ну ладно, всем пока. Продолжим потом.